прошли весь участок. Ну, мое мнение, асфальт выполнен с хорошим качеством, но члены комиссии обнаружили 3 изъяна, которые имеют место быть. Это вот 2 изъяна очень хорошо видны. Это застой воды в районе пешеходного перехода возле гостиницы «Заря». 2 изъян – это въезд, как он у нас называется, наверное, межквартальный проезд между гостиницей «Заря» и судом. И небольшой изъян – это в районе пешеходного перехода. Но там рельеф местности позволяет, то есть вода стекает, там застоя воды практически нет. Вот. Члены комиссии подписали, но у нас не получилось диалога с нашим подрядчиком, с Ачинским ДСУ. Вот. Они сослались на контракт, что в контракте не было отметок. Вот. Ну, помимо отметок контракта, есть требования к укладке асфальтобетона. То есть, если мы пройдем с 3-метровой рейкой и замерим зазоры, они будут превышать те допустимые нормы, которые положены по всем требованиям при укладке асфальтобетона. Поэтому мы, я думаю, что на следующий день, завтра, скорее всего, пройдем эти замеры, комиссионные замеры заснимем и предоставим подрядчику для устранения. То есть как претензия, да, будет? Да, да, конечно. Конечно, она будет выражена в виде претензии, потому что невооруженным видом, глазом видно, что зазоры будут превышать. Потом, когда сделаем замеры, мы там увидим, на сколько миллиметров, на сколько сантиметров.